две шайбы, но пять – это как раз вот те самые буллитные победы. И вот сейчас блокирует Ерофеев. И закрытый Галнинш не смог отбить эту шайбу. Никита Щитов, да, как раз бросил от синей линии. Надо было еще мимо всех бросить. Ну, классно попал. И Галнинш решил уже сыграть вот на этом выезде, в котором пока ни одной шайбы не забили, а пропустили уже 6. Выход 2 в 1. И очень четко разыгрывают. Ну, здесь без вариантов. Практически Полыгалов, да, забивает. Полыгалов забивает, потому что, к сожалению, у нас такой защитник, это Кристоф Зиле, да, ложился, но фактически делал хорошему все правильно. Хотя нет, пожалуй, я сейчас не соглашусь. Сергеева, наверное, зря он ложился, Малин догонял. И если бы он дальше продолжал пластироваться между двух, то он бы дал еще немножко времени своему партнеру догнать эту атаку. Возможно догнать, но это опять возможно, если бы... Идет еще ротация. То есть меняет сочетание сейс. Так, ну а вот только я сказал, что хозяева не ошибаются, играют грамотно, аккуратно, чудовищная ошибка. Сейчас видим. Вот видите, как бы тут, Лисутин, он не успел даже до этого, когда расположились, как говорит, на игру в большинстве. Дарзинш вылезает на пятачок, пытается Розыч сделать передачу. Снова Дарзинш и опять отдает Никелесу, а вот поднимает клюшку в этот момент. Никелес Редлик в ближний угол вверх, в случае успевает эту шайбу задеть, уже падает. Причем реализацию Дарзинш за воротами Никелес Редликс. Это Фрейберг, снова Никелес. И вроде и перемещаются, и шайбу двигают. И гол. Гол, ну, не знаю, опять мне казалось, что не лучшее решение. Долго думал Галвинш, бросать или нет. Вот смотрим еще раз, вот здесь проходит передача на пятачке Редликс, и, по-моему, вот он коснулся. С передачи. Да, он не коснулся, он переправил очень хорошо эту шайбу. И вот этот замах Галвинша был. На самом деле он как раз и ждал, пока Редликс там встанет. Почему-то вот для Редликса не было вообще. Встанет. 3-1, все очень четко, все очень уверенно, и вот уже когда к концу... Сальдинга, пустые ворота, и такое ощущение, что это наиграно на тренировке. Ну, просто красотень на самом-то деле, вот прям глаз радуется, когда видишь такие шайбы, и Сальдинга, зачем лишь они их исполняют, не ясно. Лисеев. Чуть выше. Вообще здорово обыграл, да, не торопился как раз прямо овечьему, то не сильно. Ну и повтор момента, Елисеев, конечно, вот просто великолепно все сделал, только бросил не очень. Будет комбинация, но если опять будет Дарзинш бросать с нулевого угла, то, конечно, не дело, ох, молодец, какой Лисутин. Шайба выскочила там из этой кучи и лежала первым. Ну и смотрим, вот опять Кулигин сейчас в момент наброс от синей линии, ничего не придумывают, а сразу опаздывают. В таком темпе брать, только вот другое дело, кстати, здесь за то, что Дарк. Снова Фрейбергс, счастливый, Галвинш уже поехал туда к воротам, еще наброс, и шайба вроде перепрыгивает через там щиток или плюс. Счастливый там даже не столько там Лисутин вытащил, а сколько он просто не попал в створ. А попал, по-моему, в ободок. А здесь-то да, стал уже заменит, потому что ну сколько там на полторы уже минуты отыграли. Момент, и вот он шанс у рижан был за 26 секунд до конца, за 5 сейчас и еще. Еще раз смотрим, Галкин набрасывает, нападает своего же игрока, кстати, Мейн был, потом еще подключался там. Играют какие-то команды, хотя, по-моему, никто из конкурентов, да, никто из конкурентов, Нефтехимика, прямых конкурентов сегодня не задействован. Так что вот так, 4 позиции сразу отыгрывает Нефтехимик в таблице благодаря этой победе и забирается в зону плей-офф на восходе. Ну и